Пик популярности Смоки и самого Криса Нормана в России пришелся на 70-е годы уже прошлого века. Его музыка звучала на всех танцполах тогда еще Советского Союза. Поклонники его боготворили, желающих посмотреть на кумира вживую, и сейчас предостаточно. А я, будучи молодым музыкантом, не только я, мы их песни даже играли. Мы тупо их снимали и играли, учились на них играть. Но сейчас хотелось бы посмотреть на них вживую. Просто вспоминаю бывшие дискотеки, раньше танцевали под него. Ну, музыка классная, аранжировки, вообще сам Крис. Среди хитов Криса Нормана не один десяток хорошо известных нам песен. Многие, например, шлягер про Элис, перепеты русскими музыкантами. Другие композиции русскоговорящие поклонники поют вместе с Норманом на английском. Крис Норман известен на весь мир своим сильным голосом. Специальных тренировок для этого не нужно, говорит музыкант. Секрет прост. Чем чаще говоришь и поешь, тем лучше будут звучать связки. И вот подтверждение сейчас Норману почти 60, а его голос по-прежнему один из лучших в мире. Несмотря на преданность своей профессии, музыку Крис Норман не ставит на первое место в жизни. Гораздо важнее, по его словам, простые человеческие отношения. Но в жизни было, конечно, много счастливых моментов. Это в том числе и день женитьбы на Линде, и день рождения, дни, когда рождались мои дети. В браке Крис Норман уже 40 лет. Жена Линда подарила ему 4 сыновей и дочь. А сам Крис каждый день дарит миру музыку и хорошее настроение. С этой миссией он любит заглядывать туда, где еще не был. За последние несколько недель он посетил Екатеринбург, Тюмень, Казань, Челябинск, Пермь. Череповец стал последним городом на карте гастролей по России. Но не последним по значимости и накалу эмоций. Концертный зал Дворца Металлургов не рассчитан на танцы, но зрителям это не помешало. Череповчане вскакивали со своих мест. К концу выступления концерт вообще превратился в огромную дискотеку. К танцам присоединились все без исключения зрители. Замечательно, вообще классно. Фантастическое. Это же классика рока мировая. Просто супер, просто. Супер. Супер просто. Вообще наш любимый артист Смоки Крис Норман. Forever!